والله زمان كان واحد زلمه مسكين ليش مسكين سمع عن المخابرات بده يقتلوه طيب راح عند سحابه عند بتيل مسكوت عزراء عند بقات بس هالمره بنفعش ايه شو بدي اسوي راح عند سحبه احمد بحكي له يا احمد هدول بدهم يقتلوا شو بدي اسوي حكى له يا احمد اسمع مني انت البس بدله غاليه تعين المحاميه فرساتش اشي يعني زي مليون دولار هدول بميزوك هيك وما بقتلوك طيب راح انسحبه ثاني محمود بحكي له هدول بدهم يقتلوني شو بدي اسوي؟ حكى له محمود اسمع مني انت البس زي واحد فكير هيك معفن ايه كل شيء هدول ما بيميزوك هيك وما بقتلوك طيب هذا بحكي له تعال زي غني وهذا بحكي له تعال زي فكير مش عارف شو بده يسوي راح عند عمته بحكي لها يا عمتي هذا بحكي لي هيك وهذا بحكي لي هيك. شو بده تسوي حكيت له عمته اسمع مني زمان كانت وحده عروس يعني كان بدها تتجوز ومش عارفة شو بدها تسوي بالليل مع جوزها راحت عند سحبتها حكت له والله تعالي البسي كل شيء طويل عشان إسلام عندهم اوهام وبحبوا هذا الاشي وبالاخر طيب راحت عند سحبتها ثانية تقول لها والله انا بدي اتجوز شو بدي اسوي في ليلة الدخلة هذا هذا والله حكت لها سحبتها اسمعي مني تعالي هيك عشان إسلام بحبوا على طول ребят привет давайте разберем этот анекдот этого персонажа зовут абу Табли. он кстати еврей который знает очень хорошо арабский язык живет в поселениях недалеко от тех же поселениях где живут арабы в общем идей самарии про него была отдельная передача, откуда он так знает арабский. Ну, в общем, у него есть такой персонаж в интернете такого палестинского работника, которого зовут Абу Табли, и он в основном говорит на арабском, хотя опять же он знает иврит естественно. И он рассказывает анекдот про одного бедняка, который узнал, что его хотят ликвидировать шабак. Естественно, отсылка к Салахарури, которого ликвидировали в Ливане. Итак, давайте разбирать я сразу буду читать, я не буду ставить э, аудио, а просто буду зачитывать и переводить. Тем более он говорит на арабском. Валя а я ишмискен. Как-то раз был... Ишмискен это, ну, бедный человек, имеется в виду как бедняк. Не в плане денег, а в плане как несчастный человек. Видите, в скобках написал Салах рури. И он говорит, а почему он был ляма мискен, почему он был несчастный? Шамаша, шабак, руцель хаселоту. Он услышал, что шабак хочет его ликвидировать то Аллах лихаврим пошел к своим друзьям, бецелем, с а Израх, багац, разные левые организации, права человека, гражданские права, в Верховный суд, к своим друзьям. Тут тоже идет подколка. А валяпам, ло, азар". Но на сей раз, апам, зело азар", Это не, ничем не помогло ему. А, Так, как мне поступить? Что мне делать? Аллах лихавершило Ахмад. Пошел к своему другу по имени Ахмад посоветоваться. Амарлю сказал ему, «Я Ахмад, а шабак руцим «Ахмад, шабак хотят меня убить». «Маниасе, что, что мне сделать? Как мне поступить? Что делать?» Амарлю Ахмад. «Исма», кстати, на арабском говорит «исма мени». Да, это похоже на «тишма». Ахмад ему говорит, ну, послушай меня, да, «тишма ми мени». Это имеется в виду именно, вот послушай, что я тебе скажу. Мой совет. Ататильбаш халифа якарак ты наденешь дорогой костюм, как у адвокатов, Версаче, машу йократи, миллион долларов, ну, например, Версаче что-то такое престижное, роялти, да, йократи, на миллион долларов, а шабак, лой за шабак тебя не распознают, не узнают, векаха лой аргутха, и таким образом тебя не убьют. Топ, хорошо. Аллах, это лахавер, шелоха, шени, махмуд. Пошел ко второму своему другу, иногда говорят Эцель тоже, вместо предлога для пошел ко второму своему другу по имени Махмуд. Первого звали Ахмад, напомню. Амарлю, эти хотят меня убить, имею в виду шабак. Ну, вообще, евреев, да? Что мне делать, что поделать? На что ему второй друг отвечает? Амарлю Махмуд. Шмами меня, послушай, что я тебе скажу, послушай мой совет, меня послушай. Ататитлябеш к мой хад ани. Ты оденешься, как какой-нибудь бедняк. Они, это именно бедняк в плане нищий. Маафан казе, такой вот маафан, кстати, маафан это арабское слово, которое ушло в сленг. Типа такой, никак... а, маафан это как вот ни о чем, да, то есть такой, как бедняк на оденешься. А шабак лёй загуот хакаха. И шабак тебя вот таким вот не, не распознают. Влёй аргутха и не убьют тебя. То Зе умерло, того к ашир. ве умерло, того к Окей, этот ему говорит, ну приди, имеется в виду, как бы, да, будь э, оденься как богач, этот говорит оденься как бедняк. Дилемма, да? Ло я дам не знал, как поступить, что делать. Аллах, это я Пошел к своей тете, Амарля сказал ей, я дода. Эхад умерликаха, каха, вешени каха. Тетя, вот один мне так советует, другой мне так советует, говорит, да, как вот поступить, чтобы меня не убили. Мания да, что я, что мне делать, как мне поступить? Амрало до дато. Ему его тетя говорит, ты маме мени, послушай-ка, мой совет. Пам, айта кала, радстали хатен. Как-то раз была невеста, хотела выйти замуж. Но она не знала в точности, что надо делать в брачную ночь. Как себя вести в брачную ночь? Аль-Халяха пошла к своей подруге, Амраля, и ей подруга говорит, того и а Брачную ночь на день все длинное, оденься в длинную одежду. Почему? Бегляльщили, говори, между демионот, потому что у мужчин есть воображение. Вему авимедзе, и они это любят, им это нравится. Пседер, хорошо, это ей дал, дал, дали дал один совет, да, одна подруга. Альха, пошла к другой подруге. Амрала, они сказала, я вот собираюсь выйти замуж. Велома маши йодат, Маусим, лела клюлет, лела клюлет это и есть брачная ночь. Я собираюсь выйти замуж и не знаю, не знаю, не совсем знаю, что делать в брачную ночь. Амрала Хавера, ее подруга ей говорит, Ишмиимимени, послушай, ка ты меня, мой совет, того и каха, приди и так, ну, фактически голый, да, он не может это говорить на арабском, тоже нужно понимать, что он же как бы... Должен быть немного скромный в этом плане. Ну, как бы приди в коротком, либо вообще без одежды. А говорим о Авим Мужчины любят сразу, да, к делу. Окей. То... Зе Салях. Умер Ледода Этот Салах, который пришел к своей тете, которая рассказывает ему эту историю про девушку, которая хотела выйти замуж. И говорит ей, тете, да? Эле Ашабак Руцим ла Шабак хотят меня убить. Маатмисаферытли сипур аль-калашец, рихали идхатеин, маза-кашур. что ты мне рассказываешь, какую-то историю про какую-то невесту, которая хочет выйти замуж. Маза-кашур какое-то имеет отношение к тому, что я пришел с советом, которым я к тебе пришел. За советом. На что ему тетя отвечает? Амральо Адода. Лоншане Матильбаш. Верх того. Неважно, что ты наденешь и как ты явишься. Лоншане Матильбаш. Басов, езайнотха. В конце тебя выебут. Извиняюсь за выражение. Но это и есть анекдот. Вот такой вот анекдот. Ребят, надеюсь, было смешно. С, С вами был Тимур. Всего доброго.